привет всем, это Струнадер, и посмотрим еще один оригинальный Fender Stratocaster Lefty 1961 года за номером 59724. Как я уже говорил, аргументы из серии того, что это все фигня, это не оригинал и так далее, давайте, дорогие зрители, оставим при себе, потому что аргумент из серии «этого не может быть, потому что не может быть никогда» не канает. Вот, это действительно оригинальный страт. Вот этого самого 61-го года с палисандровой накладкой, как мы видим. Вот в цвете тройной уже Sunburst и красивый ясеневый. Кстати, не очень тяжелая гитара. Ну, так как мы очень много уже говорили про старые инструменты, в общем-то, здесь ничего нового мы для себя не узнаем, а мы поговорим немножко про деньги, коммерческую сторону вопроса, да, как было тогда и что сейчас, наверное, и еще немножко поговорим про особенности изготовления леворуких гитар. Вот, и поиграю я пока на чистом звуке Fender Blues Junior, свой любимый. На самом деле офигенно звучащий, и вот по сравнению, вот еще раз говорю, я любитель кленовых накладок за счет остроты современных, но вот выбирая, например, вот между тем 57-м и вот этим 61-м, я бы выбрал, наверное, 61-й, потому что все-таки вот здесь палисандровая накладка, она дает такую глубину очень красивую, особенно вот на неке там, да, или в среднем положении, но очень клевая гитара, тут говорить, в общем-то, не о чем, ну, должна же она быть хорошая, если она выпущена в 61-м году, и все здесь сделано руками Лео Фендера там и сотоварищей. Период 60-х годов, начало 60-х, так, ну, средняя зарплата в Штатах составляла, ну, примерно 2800-3000 долларов в год. А данная гитарка, если вот ее было заказывать фирме Fender, так как в магазине купить левше гитару не представлялось возможным, по причине того, что их там просто не было, да, и нужно было звонить Fender и говорить, хочу себе леворукую гитару, и мы говорили, отлично, давно тебя ждем, товарищ дорогой, значит, давай нам 280 долларов плюс 10% за то, что это вот будет леворукий инструмент. То есть, соответственно, там где-то в районе 300-310 там баксов с кейсом, со всеми делами. То бишь, на самом деле, практически месячная зарплата, даже чуть больше. Вот стоила такая гитара. Поэтому далеко не каждый мог себе позволить на такое дело разориться, с учетом того, что там машинка, ну там Ford какой-нибудь, да, стоил там порядка трехи, наверное, да, где-то так. Дом уже стоил в районе пятерки. Вот. Поэтому нельзя сказать, что они там были дико дешевыми по тем временам. Кстати, это, по-моему, первый инструмент из старых фендеров, где регулируются тембры на всех трех датчиках. Сейчас мы это, кстати, попробуем продемонстрировать. Так, значит, C у нас громкость. Thank you.
зачем же так-то радикально? Ну, в общем так, нек регулируется, теперь мидл. И бридж. Вот действительно, по-моему, первый инструмент. О! И вот эта ручка наконец у нас регулирует бридж тембр. Давайте перейдем, войдем в ажиотаж с педалью Marshall Tche Guvnor, кошерная английская старая, я потом картинку вывешу, покажу, как она выглядит. Кстати, как утверждается, именно вот с такой моделью данной педали был сыгран вот пресловутый Steel Got The Blues. Ну, правда, не на Stratocaster, естественно, на Les Paul, естественно, не Fender, а в Marshall 45, но педаль была та самая. Кстати. Вот, я, конечно, не буду играть Steel Got The Blues, и тем более я даже запретил играть всякие Little Wing'и и прочие хиты товарища Хендрикса оставил для себя. Но я, наверное, могу только изобразить только чего? Значит, немножко по поводу особенностей изготовления леворуких гитар. Значит, так как вот одно время назад у меня был, и, надеюсь, может продолжиться проект под названием «Невокастер», да, у меня очень любили делать, значит, и мне самому, и кто у меня там просил эти гитары, они очень любили реверсную голову на телике, да. Я, например, постоянно сталкивался с проблемой колков. Fender заказывал колки в Клусене, Клусен делал и для Гибсона, и для Фендера, там, может, еще для кого-то делал, но в Гибсоне там все просто, 6 на 6 и нормально. А вот когда дело доходит до реверсной головы, то колки нужно делать другие, это раз. Во-вторых, была достаточно большая проблема с машинкой, а точнее не с машинкой, а с якорем, который у нас вот здесь установлен, вот там, там тоже было не так просто его изготавливать. И с учетом того, что все-таки шел такой бизнес, да, и надо было делать много гитар, что связываться с серийным производством леворуких инструментов, ну, видимо, на тот момент не очень хотелось. Недаром там у Джимми Хендрикса, опять же, он играл на праворукой гитаре, вот просто вот ровно вот так, как мы это делаем сейчас. И невзирая на все вот эти неудобства, которые действительно не очень удобны, когда твоя рука вот тут задевает, там задевает, шнуры говно, как обычно. Вот. В общем, ничего хорошего. Например, Хендрикс просто не дожил до того, что у него появилась вот именно леворукая гитара. Итак, Stratocaster, Lefty,
за номером 59724 61 года выпуска. Я синий корпус, палисандровая накладка, все дела, желтый шнур современный. Огромное спасибо владельцу, который не поленился и привез нам эти инструменты. И вообще, честно говоря, я хотел сказать, что когда вот мы начинали, когда вот появились там случайно, внезапно, каким-то чудом в Петербурге вот эти два телека 50-го и 51-го года, я, в общем, так, мы это сделали, я там порадовался, ну и думал, что и все, да. А тут вот, как выяснилось, нет. Эта история у нас будет продолжаться, и гитары еще есть, и мы будем их обязательно представлять, обзирать там и всячески показывать, потому что, ну... Есть возможность, почему нет. Так что гитара еще будет. Я на этом прощаюсь. Спасибо за внимание. Пока-пока.